Ежегодно, вот уже 8 лет подряд, 13 сентября в России отмечают День программиста. В этот день более 250 учащихся профильных информационно-технологических и физико-математических классов встретились со специалистами различных IT-компаний. На самом деле сейчас мы переходим к цифровой экономике, и это ведет к тому, что очень многие профессии будут упразднены. Они будут заменены автоматизированными системами, роботами, да, и различными программами. В итоге, кто их будет писать? Программисты. И поэтому необходимо их все больше и больше. Старшеклассники узнали, что на самом деле представляет собой работа программиста, о деятельности IT-компании региона, о процессе обучения в ВУЗе. Эти знания помогут будущим специалистам реализовать себя в данном направлении, а как следствие вывести регион на еще более высокий уровень в профильной сфере. Я планирую связать свою жизнь с IT-технологиями, мечтаю стать веб-дизайнером. Надеюсь, что у меня все получится, и я смогу работать в одной из IT-компаний города Ульяновска. Но кроме теории и обсуждения дальнейших планов, будущие акулы программирования побывали в различных лабораториях вуза, где уже в скором времени будут обучаться профессии своей мечты. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.